Свыше 20 миллиардов рублей на содержание дорожной отрасли Якутии выделили в этом году. Из них на федеральные трассы направили более 14 миллиардов. Об этом сообщает Минтранс региона. Ведомстве также ставят задачу до 2022 года довести автодорогу Лена до третьей технической категории с капитальным типом покрытия. Сейчас же 37% трассы находятся в переходном типе. Также сегодня во время брифинга затронули и вопросы навигации на реках Якутии. До 10 октября она должна завершиться. План по строительству федеральных, региональных, местных дорог составлял порядка 27,5 миллиардов рублей. В целом, вот по итогам 9 месяцев у нас освоение порядка 70%. И мы думаем, что вот к концу года наверстаем тот график, который есть, и выходим практически с выполнением этого графика. На сегодняшний день на завершающем этапе по навигации, это касается арктической навигации, значит, несмотря на сложные гидрологические условия, это особенно мелководье на верхней Лене. 19 июня уже было введено ограничение по осадке судов. И впервые за последние 5 лет мы вышли с опозданием на 18 дней по Севморпути в связи с сложными ледовыми условиями. Тем не менее, наши речники успешно справляются с поставленными задачами по завозу грузов. Осталось немножко завести. И до 10 октября Ленское объединенное пароходство, Туймада-Агроснаб должны выйти из Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых, и завершить навигацию.